Привет, мои дорогие друзья! Очередная распаковка монет, которые я выиграл на сайте Виолити. Ссылка на сайт Виолити в описании. Это очень круто. Значит, это было найдено мною посылка в лотах для вас. Там есть такая функция. Вот такая тут интересная запаковка. Все в скотче. Блин, не люблю, когда так много скотча. Это, конечно, очень неприятно, потому что пока распаковываешь, можно повредить монеты. И сейчас посмотрим, что ж там я такое для себя выиграл. Надеюсь, я догадываюсь, что это, но для вас пока это будет еще сюрприз, так сказать, да? Ну, увидеть такое. Да, запаковано жестко. Короче, не трачу время, распакую, покажу. Ну, уже типа ближе. Короче, все в газету так завернуто, интересно. Посмотрим. Вот это да. Так, первая партия, так сказать. Вскрываем. Вау, сразу улетело. Прикольно. Нормальное явление. Короче, куда улетело, не могу найти. Ну, в общем, вот монетка. Поехали. Первая. Сейчас буду выкладывать как-то где-то. Вот так, наверное, на газетке. Прикол. Улетела монета. Так, вторая. Прикольно. Смотрите, какая куча монет. Ни хрена себе. Вот это да. Так. Интересно, что там дальше. Вау. Офигеть, смотри, здесь столько монет. Нифига себе. Офигеть, а? Блин, просто немерено. Нормально, нормально. Так, сейчас мусор уберу. Поехали дальше. Ох, зацените. Какая большая монетка. Так. Прикольно, просто в газету завернули, да и все. Офигеть. Да много монет. Офигеть, а? Просто прикол. Я столько монет старой империи в одной куче сразу никогда не видел еще. Ого. Блин. С лобковыми волосами, блин, что ли? Это без трусов прыгал над этими монетами. Охренеть, а? Вау. Кошмар. Ну и в итоге плюс одна где-то потерялась, не знаю, куда-то улетела, я не смог ее тупо найти. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот нехилая куча монет. Значит, я выиграл это все недорого. Правда, по-моему, там должно было быть больше пятаков. Ну вот есть один вот такой пятак. Вообще ничего не видно, что там. Что за монета? Что за номинал? Ну, 5, понятно, да? Вот, короче, целая куча вот такого вот шмурдячка, так сказать. Но в чем прелесть данного лота? Значит, здесь этот лот сугубо тренировочный. То есть, чтобы научиться чистить данные монеты.
Это какая-то кладуха за разный период, видимо. Человеку не хотелось тратить время там очищать. Ну и тут другая вообще задача у меня, так как это кладовые монеты, мне хочется потренироваться чистить данные монеты. Я вижу, что что-то уже делали, видите, такой какой-то блеск, то есть какая-то полировка. Что-то делали, короче. Видимо, человеку надоело тратить на это время, и он выставил вот такой вот лот на аукцион, так сказать. Ссылка на сайт Violety в описании. И у вас есть шанс тоже такое там что-то себе оторвать для тренировок по чистке монет. Очень интересная тема. Да, здесь, конечно, вообще все убито. Но идея какая? То есть можно же найти хорошую монету, да? Вот. А научившись хорошо чистить данные монеты, можно уже спокойненько попробовать и заработать на этом, если у вас удастся научиться хорошо чистить монетки. Вот такой лотик я себе и выиграл специально именно для этих целей. То есть именно сугубо для тренировки по чистке. То есть как ведет себя та или иная патина, грязь, окисель, с какими реагентами она там взаимодействует, хорошо или плохо. Это просто идеальное вообще решение было у меня вот купить такой вот, такую кладуху, чтобы поковыряться с такими монетками. А вдруг что-то еще и получится из этого, из этой всей кучи еще и привести в порядок и, мало ли, там и заработать денег. Значит, почем я купил эту гору монет? Я ее выиграл там что-то в районе до 400 гривен. Вот, то есть до 400 гривен. Но тут реально приличная куча монет. Сейчас даже можно интересно посчитать, сколько их, сейчас я посчитаю. Вот, 40 монет, короче, насчитал. Надо будет по фотографиям проверить количество, такое же или нет. Запах, конечно, не очень приятный от них. Это все-таки кладуха. И, судя по запаху, она не мытая вообще. То есть, есть экземпляры, которые вообще там только недавно, я так понимаю, подняты. Или они просто так где-то и лежали в грязи. Но прикольно то, что это все было найдено в земле. И теперь можно с этим поковыряться и потренироваться, дорогие друзья. Вот так переходите на сайт Violety. Ищите для себя вот такой вот лот шмурдячка и тренируйтесь для того, чтобы потом, когда у вас появится классная монета, чтобы можно было хорошо это дело уже, скажем так, натренированной, набитой рукой нормально очищать. Потому что с серебром я уже натренировался, теперь мне интересно с медяшкой поработать. Потому что медь, она немножко капризнее, чем серебро, и поэтому это тоже интересная такая, скажем так, увлекательная процедура по очистке данных монет. Ну, когда буду чистить медь, то есть главное, что у меня есть материал, есть чем работать, есть над чем работать. И вот я, грубо говоря, подкинул себе новый геморрой, так сказать. Это отмыть какую-нибудь из этих монет там, в то или иное состояние, посмотреть, как оно там будет себя чувствовать, вести. Поэтому переходите на сайт Violety, покупайте себе монетки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Если у меня что-то интересное будет получаться, обязательно буду показывать по медным монетам. Всем удачи, пока!